Привет, покажу, как добавил себе Bluetooth интерфейс на штатное головное устройство Subaru Legacy 2004 года. Штатный Kenwood 201. Уже добавлена поддержка флешки, MP3-шки через адаптер от Триомы. Вот. Все замечательно работает. Теперь я хочу, чтобы у меня еще музыка играла с телефона. Для этого я приобрел такую вот коробочку от той же Триомы, которая научит мой Kenwood общаться через Bluetooth с телефоном. Сейчас будем снимать, устанавливать. Снял Kenwood. Вот основная коробочка от Триомы, выдающаяся за CD Changer. Вот, включается в разъем от штатного CD Changer. В моем случае на этом разъеме висела фишка управления с руля. Вот, а с Триомы поставлялся вот такой вот хитрый шнурок, позволяющий одновременно подключить и управление с руля, и CD Changer. В нашем случае обманка. Вот, в коробочке есть два входа. USB-шный, к которому подключается флеш-накопитель, и auxiliary вход. Вот сейчас вместо него мы будем подключать нашу новую надстроечку с Bluetooth интерфейсом. Вот. Так что AUX, до свидания. Вот. Получается вот такая конструкция. Вот, пробуем. Bluetooth адаптер и свои два входа. Это AUX, который я не вижу смысла вообще тянуть. И микрофон, позволяющие осуществлять звонки по громкой связи. Звук, соответственно, будет из колонок теперь. В общем, красота. Собрал все обратно. Так, на телефоне включаем Bluetooth. Видим, что у нас появилось некое устройство. Я знаю, что это наша Bluetooth гарнитура. Подключено. Так, музон. Так, я знаю, что здесь нужно нажать вот так вот кнопочку repeat несколько раз. Оп. И врубаем. Магия. Музон с телефона, контакт. А вот еще следующий трек с руля. Тык. Офигенно. Так, а если мьют? Он вырубил. А еще раз. Отлично. Так вот. В общем, я доволен. Всем спасибо. До свидания.